Значит, вот посмотрите. Сейчас буду отвечать, чтобы вам не показалось, что отвечаю общо, а не однозначно. Поясню. Например, любой, даже религиозный персонаж, да, это историческая личность, или была, или не была, мифологическая, эзотерическая, там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Собирательный. Так. Вот есть, там, не знаю, Советский Союз, или Русь, или Россия, или Раша. Это же все разные территории, как бы, да? Вроде бы на одной, но разные. Или там какая-нибудь Беловодье, да, или там Шамбала, да? Где она прописана, эта Шамбала, да? Ну, наверное, раз это, скажем так, тибетская космогония, то значит где? На Тибете, да? А если Беловодье славянское, то значит в России. Хотя мы понимаем, что это небесные грады, да? Что у них нет географических ориентиров. Хотя так могут называться и другие города. Так вот, если про Руян, например, да, то Пушкин, вот айда Пушкин, айда сукин сын, как он о себе сказал, да, значит, он пустил такой слушок, что у него есть тайные архивы, секретные. И вся жандармерия их искала. А на самом деле он очень многое, как человек гениальный, да, выложил в собственных текстах. И поэтому и Лукоморье, да, и остров Буян, и царство славного Салтана, а не Султана, чтобы не сказать, и Буян, чтобы не сказать Руян, или не Руян, а любой другой, что сегодня не очень важно. Важно, что существовали территории, да, которые сопротивлялись той или иной идеологии. Вот, например, мои знакомые, ну, знакомые многих, да, строят или пытаются создать остров, город Руян, да, в Сибири. И они привезли с Руяна, значит, Рюгина, да, камень. И вот поставили этот камень на пьедестал. И по архитектуре говорят, а вот здесь вот рядом, значит, мы поставим церковь. Я говорю, вот, друзья мои, вы понимаете, что вы делаете? Он говорит, что? Я говорю, ну, я предлагаю еще одну коммерческую опцию. Вечный огонь сделать и предложить немцам жарить на нем сосиски. Это вот примерно такой же бизнес. Понимаете? Потому что Руян умер за то, чтобы на этой земле не было креста. За то, чтобы христианство никогда не пришло на эту территорию. И когда поляки уже после 600 лет попытки это были, да, когда они его брали, они в огонь попали. Побросались оставшиеся защитники, только чтобы не видеть этого. Так вот, вот и в этом смысле он Буян, что он оказывал сопротивление, да, засилию или экспансии христианской. То есть люди от себя не... Поэтому он Буян, что он буянил. И не важно, этот остров или другой. Ну, важно для историка, археолога там, и так далее, да. Но важно, что это образ, цитадель некая такая, да, активанта, чрезвычайно важная, которая вот что позиционировала. Вот так, тоже так же там князь Святослав. Да? Мало кто про него что знает. Люди интересующиеся знают. А там македонский щенок по сравнению с ним. Но от нас скрывает, значит, героизм, подвиги этого князя, да, величайшего из славянских князей. По одной простыне, что он сказал, христианская вера, уродство есть, и боролся там с христианами. Да? Все. Значит, так боролись все. Что ж теперь, всех проклинать? Или, например, в советские времена все в одночасье с особой степенью цинизма снесли все храмы. Это наши деды сделали. Их не заставляли это делать. Так что все наши деды уроды, изгои, значит, уроды, и, если они все это сделали. Так они или великие у нас, или они, значит, все невеликие у нас. Так что ж тогда князя мы должны этого тоже? Да, это была история. Безоценочно, хорошо или плохо, вот в данном ракурсе, хорошо или плохо христианство, там, например, или любая другая традиция. Но есть же реалии, которые я вправе знать, если я варвар. Я хочу вправе, да, я вправе знать эту информацию. Остров Буян – это как образ, вот принимайте как образ. И я предлагаю принимать как образ, да. А где он там, да, и так далее. Да, да, да. Это духовный, наверное. Потому что, вы знаете, я, вот, я всю информацию делю на три части. Видел, слышал, предполагаю, как исследователь. Я недостаточный исследователь в аспекте прошлого этих двух островов. Да? Поэтому я не могу с уверенностью сказать, что да, имелся в виду тот остров или другой. Но я, скорее всего, думаю, что это было не важно для Пушкина. Для Пушкина было важно сказать, что такое было. Что был такой на самом деле остров,
Да, и был там султан или салтан. Чтобы не окончательно затерли эту тему, вот он художественный образ. Точно так же, он же 7 лет ни строчки не написал в известный период, да, потому что неправду писать не хотел, а правду не было возможности. Он даже подписывался же, там, 5628 год, да, все свои произведения. Но если мы за правду, так давайте так и публиковать эти произведения, подписывавши дату, как подписывал и Пушкин, а не календарем, который Юлианский, Григорианский там приняли Петром Романовы, ведем, да, Петром введен. Больше того, сейчас РПЦ издало 4000 книг, где они заменили, значит, попа на купца. Вот еще там очередная редакция Пушкина, да? Так от Пушкина вообще ничего не останется. Да там уже в экстремистские материалы некоторые его стихотворения внесли. Да, ну так там зачем? Внесли анафема, там, значит, Толстого надо изнять из учебных образовательных заведений. Ну, и Блока, и Лермонтова, тема. И Гоголя, потому что тот язычник, а тот мистик, а тот и так далее.